Это самая необычная кружка в мире. Называется мушурба или калкалан. Ее делают в Армении, в городе Гюмри, только два мастера во всем мире. В чем ее фишка? Когда ты из нее пьешь, она начинает булькать. Вот смотрите. Слышали? Секрет этой кружки вот в этой полости, в которой находится воздух, и когда ты ее наклоняешь, из отверстий по бокам выходит как раз-таки этот воздух, из-за этого она булькает. Очень необычно, учитывая, что ей около 100 лет, и тогда еще люди смогли придумать это и воплотить в жизнь. Нашел эту кружку в городе Гюмри в магазине Дежавю Арт Хаус по адресу Шираз 107.